Тут у меня очень сильно зацвел очеток лизард. Прямо полянкой. Белыми цветочками. А вот это вот розовенькое, это уже он завязывает семенные коробочки. Он одногодка. Он носит себя сам. Тут у меня в одном месте колеса, в которых растет всякие плетущиеся растения. Вот это вот клематис. И сын посадил бешеный огурец. Тут по кругу вот такие вот цветочки. И тут еще одно такое же колесо. Тоже клематис. Вот он уже бутончики завязывает. И тоже бешеный огурец. И много-много этого седума, который очеток лизард. У него зеленушка голубая, когда он не цветет. Вот. Он тут по кругу. Опять сныть проросла. Вот как его много. Я надеялась закамуфлировать эти колеса, чтобы видно не было. Пока не получилось. А вообще мне попадали такую хорошую идею. Нужно взять цемент, раствор цементный, просто из чистого цемента, без песка, без всего. И замочить там, например, ну, какое-нибудь старое постельное белье, какие-нибудь тряпочки. И вокруг вот здесь вот обматывают много-много слоев вместе с цементом. Он высыхает, и получаются такие интересные неровности и ощущение такого каменного горшка. Его даже можно ничем не красить, он в сером цвете, как бетонный цвет. Очень даже неплохо получается. Вероятно, я так сделаю.